Меня зовут Смирнова Елена, мне 42 года. Я пришла в проект «Фитнес-марафон 2020» для продолжения улучшения себя и получения результата. Хотелось бы скинуть еще 15-20 килограмм, чтобы порхать в дальнейшем и в будущем. Какая-то необычная атмосфера в самом проекте. То есть участницы, у которых такая же цель, они как-то заряжают какой-то необычной атмосферой, какая-то другая совсем энергетика и в общении с ними. И ты тоже думаешь, ой, все, ты прям просто паришь, получается, как бы, когда вокруг тебя находятся твои единомышленники, которые, у которых такая же цель. Она как бы сплочается, и получается просто вот другая совсем аура, другая атмосфера.